Газ или бензин? Вот в чем вопрос. Определиться с выбором ульяновцам решили помочь в областном министерстве транспорта. В регионе реализуется федеральная программа развития энергетики. Теперь переоборудовать своего железного коня на газ можно почти за даром. Автолюбители могут рассчитывать на компенсацию 2/3 затрат. 2/3 стоимости переоборудования оплачивается за счет федерального и регионального бюджета. Таким образом, участниками данной программы могут быть любые физические лица, объекты малого и среднего предпринимательства. Значит, организации, которые крупные, они получают скидку в размере 30%. Переоборудовать свою машину можно на станциях, которые заключили контракт с профильным ведомством. Таких организаций в областном центре две. Еще две компании на очереди. Конечно, большинство автолюбителей прельщает цена на топливо. Виталий о смене топлива задумался уже давно. Взвешивал все за и против. Активно пользуясь транспортным средством, в месяц бюджет на топливо, на бензин, составляет порядка 6000 рублей. Вот. Экономия сметана, в лучшем случае, это в 2,5 раза меньше. Газ дешевле и экологичнее, однако есть и минусы. Сеть газоправочных станций в стране в целом и в регионе в частности развита не слишком хорошо. Связано это как со сложной транспортировкой и хранением голубого топлива, так и с высокими требованиями безопасности. В Ульяновской области проблему обещают решить. 7 заправок уже работают. Еще одно откроют в этом году в железнодорожном районе Ульяновска. В планах продолжать строительство заправок. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.